Всем привет, друзья! Я на сайте компании TT Sport, где мне показали новые ушки. Они называются Верта. Сделаны очень-очень неплохо. Мне нравится сборка, потому что все вот это металл, каркас металлический, выглядит надежно. Привет! Очень мягкие амбушюры, но они держат форму. На голове это все сидит, вы знаете, очень неплохо. Во-первых, этот шум практически, ну не практически, конечно, но где-то 40% шума вот этого, даже может быть больше, убирается. Уши полностью помещаются в чашу, и динамики не давят вот сюда на ухо, поэтому в них можно сидеть дольше. Это хорошо. Эта штука неплохо регулируется, не давит сверху. И то, как они сидят, это действительно хорошо. Во-вторых, что мне нравится в них дизайн, да? Микрофона практически не видно, и в них можно ходить по улице. То есть такой деловой стиль, знаете, деловой геймер. Есть и такие, и я думаю, им это понравится. Минимализм, что тоже хорошо в некотором случае. Чаши поворотные. Что дальше-то? В принципе, все. Что не очень хорошо, вот это все очень сильно пачкается, конечно. Действительно пачкается. Так что, если вы хотите действительно стильно выглядеть, то вам придется это постоянно протирать. Я не знаю, есть ли в комплекте тряпочки для протирки. Скорее всего, есть, потому что TT Sport на такие штуки никогда не скупились. Поэтому я уверен, что есть. Кабель, как вы поняли, отсоединяется, потому что здесь его нет. Наушники не беспроводные. Кабель покажу отдельно чуть попозже. Но он вот в такой вот оплеточке, чуть-чуть толще. То, что он в оплетке, это, конечно, замечательно, потому что так надежнее, так лучше, вы понимаете. Покажем кабель. Вот такой вот черный в оплетке. Вставляется это все вот сюда. Здесь такой пульт. Ничего необычного, клипса. Это радует. Включение-выключение микрофона, звук. Все просто. Наушники можно подключать к мобильному телефону, и микрофон будет работать, потому что джек у них один. Я не знаю, есть ли переходник в комплекте, но, скорее всего, тоже должен быть, потому что... ну как, это же все-таки игровые наушники, такое должно быть. Но врать не буду, не знаю точно, есть или нет. Будем уточнять, будем смотреть в информации, пока ничего не написано. В общем, это были наушники Верта от TT Sports. Очень стильные, очень интересные, качественные, как хотя бы на первый взгляд. Хотелось бы послушать, хотелось бы потестить микрофон, но когда они будут у нас, тогда и будем этим заниматься. А пока что это был Макс Интернет, магазин фото с UA. Подписывайтесь на наш канал и увидите еще много интересного. Пока!